Здравствуйте, дорогие мои подписчики, или просто зрители моего канала. Представляю вам новый видеоролик. Ушедшие актеры из сериала «Следствие ведут знатоки», вышедший в 1971 году, по 1989 год, часть номер 3. Всем приятного просмотра. Бердиков Константин Николаевич родился 8 октября 1945 года, скончался 28 января 2008 года, исполнил роль милиционера, причина смерти неустановленная, похоронен на 18-м участке Ваганьковского кладбища. Давыдов Тигран Ефимович родился 24 января 1934 года, ушел из жизни 28 марта 1978 года, исполнил роль Преображенский, причина смерти утонул, похоронен на Ваганьковском кладбище, участок номер 2. Шершов Александр Григорьевич родился 24 декабря 1914 года, скончался 10 сентября 1987 года, исполнил роль Владимира Ивановича Рачкова, сотрудник конторы по озеленению. Причина смерти неустановленная. Урна с его прахом находится в 49-й секции закрытого колумбария Ваганьковского кладбища. Никонова Наталья Михайловна родилась 19 мая 1940 года, скончалась 7 декабря 1996 года. Роль Валентина. Причина смерти неустановленная. Пастухова Мария Фоминична родилась 22 июля 1918 года, скончалась 25 октября 2003 года. Роль мать Каталина, причина смерти неустановленная. Похоронена на 128-м участке Химкинского кладбища. Агеев Константин Васильевич родился 23 апреля 1917 года, скончался 30 марта 1998 года. Роль Кости, приятель Шахова. Причина смерти не установлена. Похоронен на 27-м участке Калитниковского кладбища Москвы. Васькова Галина Ивановна родилась 25 октября 1924 года, скончалась 3 июня 2002 года. Исполнила роль понятой. Причина смерти неустановленная. Белобородова Нина Борисовна родилась 26 мая 1931 года, скончалась 11 мая 1995 года. Роль жена Старухина. Причина смерти неустановленная. Похоронена на Домодедовском кладбище. Гуров Евгений Алексеевич родился 21 января 1897 года, скончался 31 декабря 1987 года. Исполнил роль Василия Васильевича Полозова дед. Причина смерти неустановленная. Похоронен на Веденском кладбище, 25 уч. Крынкин Геннадий Яковлевич родился 14 апреля 1937 года, скончался 22 июня 2008 года. Исполнил роль Ивана Егоровича Скалкина, участковый. Причина смерти неустановленная. Похоронен на Кузьминском кладбище. Бакадоров Евгений Иванович родился 21 декабря 1916 года, скончался 5 января 1994 года, исполнил роль Григория Ивановича Сидорова, дежурный капитан. Причина смерти неустановленная. Похоронен на Останкинском кладбище. Лихачев Юрий Алексеевич родился 26 апреля 1929 года, скончался в 1980 году, роль судья Капитонов. Причина смерти неустановленная. Юшко Герман Иванович родился 27 января 1941 года, скончался 11 ноября 2010 года, роль лейтенант в колонии. Причина смерти неустановленная. Похоронен актер на Ваганьковском кладбище столицы, участок номер 6. Рябинин Иван Иванович родился 6 января 1911 года, скончался в 1980 году, исполнил роль Ивана Калищенко. Причина смерти неустановленная. Виноградов Валериан Андреевич родился 15 ноября 1930 года, скончался 16 июня 1988 года. Роль шофер. Причина смерти неустановленная. Пастухов Николай Исаакович родился 13 мая 1923 года, скончался 23 мая 2014 года. Исполнил роль Алексея Федоровича Гусева. Причина смерти неустановленная. Похоронен с воинскими почестями на участке номер 9 Троекуровского кладбища. Шерман Лев Григорьевич родился 15 октября 1917 года, скончался 1 ноября 2003 года, исполнил роль Семена Григорьевича Загорского. Причина смерти неустановленная. Платов Всеволод Николаевич родился 5 июля 1929 года,
скончался 12 октября 2004 года. Роль Платонов, кремирован, урна с прахом захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища. Скоробогатов Николай Аркадьевич, родился 19 декабря 1923 года, скончался 10 июня 1987 года. Роль Иван Федотович Демин. В последние годы жизни у Николая Скоробогатова развилась болезнь почек, которая послужила причиной смерти актера. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок номер 2. Сашальская Варвара Владимировна, родилась 25 февраля 1907 года, скончалась 15 июля 1992 года. Роль Тамара Георгиевна похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Причина смерти не установленная.